Привет, ребята! Это Маша. Сегодня будет короткий урок, на котором мы выучим еще 5 часто употребляемых глаголов французского языка. Привет, ребята! Это Маша. Сегодня будет короткий урок, на котором мы еще выучим 5 часто употребляемых глаголов французского языка. Звать, называться, кушать, есть, оставаться, думать, любить. Будем учить не просто слова, а слова в контексте. Так они лучше запоминаются. Вы готовы? Поехали! On y va! Appeler. Звать, звонить. S'appeler. Называться. J'appelle mes parents tous les jours. Я звоню моим родителям каждый день. On dîne. Je vais appeler les enfants. Мы ужином. Я зову детей. Je m'appelle Маша. Меня зовут Маша. Manger. Есть, кушать. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Что едим сегодня? Rester. Оставаться. Nous restons à la maison ce week-end. Мы остаемся дома на выходных. Il reste du gâteau? Пирожное еще есть? Ну, в смысле, осталось? Penser. Думать. Je pense à ma sœur. Я думаю о моей сестре. Je pense que nous devons partir. Я думаю, мы должны уехать. Aimer. Любить. Je t'aime. Я тебя люблю. J'aime la musique. Я люблю музыку. Теперь мини-тест. Я говорю предложение на русском. Вы в паузе переводите. Мы остаемся дома на выходных. Nous restons à la maison ce weekend. Я звоню родителям каждый день. J'appelle mes parents tous les jours. Меня зовут Маша. Je m'appelle Маша. Что едим сегодня? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Я думаю, мы должны уехать. Je pense que nous devons partir. Я тебя люблю. Je t'aime. Пирожное еще есть? Il reste du gâteau? Мы ужинаем, я зову детей. On dîne, je vais appeler les enfants. Ну вот, супер, короткий урок закончен. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся в следующем видео. Обед, до скорого!